Привет, друзья! Ровно год назад я стояла на этом же месте и рассказывала вам об открытии нового бара. Сегодня это заведение отмечает свой первый день рождения. Каким был этот год и полюбилось ли это место хабаровчанам, будем узнавать сегодня в самой потрясающей программе в мире. Это, конечно же, Light Life. Я помню, ты рассказывала историю, что этот бар был построен всего лишь за месяц. Все верно. Каким образом можно сделать бизнес за месяц, чтобы он стал настолько рентабельным, что когда ты туда приходишь, тебе туда не протиснуться? А вот этот прекрасный вопрос. Вообще, ты такая молодец, умничка. Значит, смотрите, сидишь, пьешь чай, потом надо что-то сделать в подвале. Значит, смотрите, Рома говорит, будет вот это, Мария говорит, будет вот это, вот да. это. Другая Мария говорит, будет вот это. Мы все это слепливаем воедино, слепливаем. Угу. Потом смотри, мы стену делим. Эту стену делает Катя, вот эту стену делаю я, эту стену делает Мария. Все. И вот так рождается самый гениальный дизайн ever. Натали, а вы вообще сама по себе тусовщица? Любите дискотеки и вот такие вот все дела? Ну, как вам сказать? Ну, можно сказать, да. Угу. У меня просто такое правило – не отказываться ни от каких приглашений. Потому что наступит время, перестанут приглашать. Это правильно. Вообще тусовщица. О. Но уже возраст и статус предполагают чуть-чуть другое. Но очень люблю вот эту винотеку. И после репетиции занятий всегда заходим сюда. И однажды, когда мы зашли сюда, играла живая музыка. Даже такое здесь это можно встретить? Великолепно, да. Это был причем рабочий день, четверг, зимой, вечером. Очень романтично. Был контрабас, певица и пианист. Я в подводке, кстати, сказала, что это лучшая передача Light Life. Угу. Гораздо лучше, чем те передачи, в которых ты участвуешь. Угу. Ну, это так объективно. Ты, по опросу. Опять по опросу. Так, опросы были. Опрос был. Среди да. кого? Твоего кота? Моей родни. Кота, моей родни. У меня кошка. Хорошо, хорошо. Но выглядит ваш бар так, как будто бы все из дома, из гаража принесли. Мы хотели очень, потому что мы посчитали на тот момент, если серьезно говорить, что очень много заведений с пафосом, что надо вечно что-то думать, что надеть. Ты после работы уставший, кто-то кормит детей. Ну, короче, мы решили, что люди реально устали. Угу. И мы захотели, чтобы вот вы пришли сюда в любом состоянии. Хочется нарядный, иди нарядный. Не хочется нарядной, иди в тапках. Поэтому и все то же самое по концепции и по интерьеру было, что все просто. Ребят, вот мы не паримся, и вы не паритесь. В чем магнит? Вы мне можете объяснить, почему это место так всех притягивает? Но это же действительно объективно. Каждый раз, как сюда не попытаешься войти, ну, это действительно пытаешься это сюда войти. Не про всех, но про нас, ну, Саня, и мы душу. Живем рядом просто. Потому что у него есть душа, у него есть люди, которые хранят его ауру, не побоюсь этого слова. Мы туда вложили частичку себя, и даже если это что-то принесено просто, ну, там, из дома, из каких-то уголков, сделано, грубо говоря, на коленках, но ты делал это с душой, ты делал это для людей, ты делал для того, чтобы... Люди сюда приходили, отдыхали, кайфовали, расслаблялись. Он в любом случае будет таким, куда хочется вернуться всегда. То есть ты приходишь в любое время, ведь она работает с самого практически утра, да? И ты можешь... мы по утрам ходим в такие заведения, вау! Ты можешь и перекусить, и выпить бокал игристого, в случае необходимости снять быстрый стресс. Давайте смотреть. А вот и решение. Давайте смотреть правде в глаза. Ну, что вам там нравится? Энергией своей, весельем, розовым цветом. Я люблю розовый цвет. Да. Здесь также играет хорошая музыка. Вот ваша любимая песня, которая играет здесь. Рюмка водки на столе. Моя любимая. Ну, почему бы и нет, милая дама в розовом, миниатюрная рюмка водки на столе. Пожалуйста, заказываю эту песенку. Вы сказали, что в этом месте хорошая музыка какая-то играет. Что у вас за... О, консул, ну, слушай, что, будем пропускать консула. Консул, проезжайте. А вы о чем это говоришь? Что в этот бар консулы приезжают, представляешь?
Hello, консул! Hello, консул! Сколько за этот год было у нас разбито бокалов? Ой, слушайте, очень много, правда. Очень много миллионов рублей тратится в год на то, чтобы купить новые бокалы. Пожалуйста. Вообще, в среднем мы разбиваем в месяц 120 бокалов. Есть подсчетик, то есть у нас, конечно, да, правильно? Математика, экономика, все присутствует. А смотри, а бокалов сколько было украдено? Украдено много, ну, мы решили, что они взяты были как просто талисман. Я не думаю, что вы воруете бокалы, уважаемые гости. Но, да, на Комсомольской встречаются наши бокалы. Я думаю, вы просто это веселые. Случайно, да. Да, идете. Да, да. Что этому бару стоит поменять, чтобы стать еще лучше? Что можешь посоветовать этому бару, чтобы там что-то изменить? Не надо менять, нужно сохранять. Все то, что сейчас есть, оставлять в том же виде. Единственный нюанс. Фламинго. Фламинго вернуть в розовый цвет. Смотри, Вань, а я тебе предлагаю, да, вот они перекрасили фиолетовый цвет. Давай с тобой перекрасим это все обратно в розовый, как было. Давай. А есть ли у тебя что-то? У меня есть волшебная монтажерка. Ну-ка. Индира, смотри, получилось! Получилось! Вот это да! Какие мы молодцы с тобой! Та-та-та! В баре происходят чудеса! Чудеса, чудеса ты! А что говорить? Да будет 5, винотек! Финальное слово! Спасибо, это был Роман Сергеевич, основатель бара «Винотека». La 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 la